Вот, и будешь ты, Тёма, смотреть на Москву ночную, находясь в Лондоне. Хорошая идея. Вот это манеж. Это охотный ряд. Храм Христа Спасителя. Это Кремль. Куда ты в детстве ходил на елку. Это колокольня Ивана Великого. Там в перспективе мавзолей, где ты, собственно, никогда и не был. Был. А это гостиница «Москва», которая здесь, в принципе, быть уже давно не должно, но она есть. И Государственная дума в тумане.